великий князе, усаруся. Спасибі вам за те, що ви прийшли і віддали свій голос за мене. Не треба казати за мене. Ой, не похож, ой, халтура. Несчастье мое. И вот, наконец, свершилось. Избран президент Украины. Нигде, Вася Боярин, не признаю я тебя. Аль ты князь. Вы задаете, вообще-то, некорректные вопросы, я вам скажу. Некорректные, да. Да откуда же ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя. Я был не один. Я был не один. Здрасте, пожалуйста. Я его по всему дому ищу, он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то? Вы водку пьете? Анишевую. Так. Прав будь, боярин. Будьте здоровы. Да на кого ж ты похож, а? Ты же окосел от пьянства. Тебя же узнать нельзя. Рявкни на них. Танцуют все. Рука в сказке скрипнула две. Мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. А что вы делаете в его квартире? В лес, в дерьмо. Царь тут. Хто це сказав? Підніміться. Ваше святство, смілуйтесь. Между прочим, ви мене не так поняли. Не велика сніть, великий государь найдеться! Віктор Федорович, Боже, царствуй над нами. Інтурист хорошо говорить. А що він говорить конкретно? Що? А пес його знає. Я цього не розумію. Достаньте вже дурю мучитись, если точно. Вот он! Замери тебя, голубчик! Дождался пьяница! В чем дело, граждане? Вы кто? Товарищ лейтенант, жена я этому алкоголику. Когда увидишь своими руками, как говорят, глазами, потрогаешь... О, допился до чертика! Жены не узнает. Психиатричку пришлось вызвать. Лоба разбиты. Ах, вот оно что! То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Обрешетка. И тебя вылечат. Остановитесь! И тебя тоже вылечат.